Вы готовы, но я... Теперь, все, можно начинать. Давайте. Так, что, начинаем, да? Да, у нас запись пошла, значит, это хронология событий, чтобы у нас все было выложено, это потом на наш сайт. У нас подходят еще люди, у нас сегодня знаковое событие, у нас сегодня розыгрыш последний в этой акции, последней машины от компании Oriflame. Сегодня мы определим еще одного счастливчика, то шестого счастливчика, да, у нас уже 5 человек уже стали обладателями нового автомобиля, еще определим шестого сейчас. Ну что, я думаю, мы готовы начинать, да, чтобы у барабана было больше времени покрутиться, потому что у нас действительно в этот раз много желающих выиграть автомобиль, поэтому давайте мы начнем. И, как всегда, у меня помощник Алмаз. Алмаз, я тебе расскажу, что нужно будет делать. Я сейчас нажму на кнопочку, а потом мне нужно будет, чтобы ты тоже помог. Я тебе принесу мышку, и ты нажмешь на кнопочку, хорошо? Так, какую, левую или правую? Я сам запутался, левую, да. Ну что, готовы? Готовы. Начинаем. И поехали. И как обычно у нас барабан должен хорошо. О, все, пошло. У нас очень много фамилий, да, поэтому даже фамилии не все успевают появляться на экране. Как обычно мы подождем, чтобы у нас барабан хорошо прокрутился, чтобы у каждого, кто привел трех рекрутов, кто выполнил условия, была возможность получить автомобиль. Я напоминаю, что для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было что делать? Рекрутировать, правильно, приводить трех своих знакомых, помогать размещать заказы, и это позволяет стать счастливым обладателем нового автомобиля. Ну что, по нашей хорошей традиции, наверное, начнем считать с 10 до 1, и в конце Алмаз поможет мне нажать на кнопку «Стоп». Ну что, готовы? Да! 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Алмаз, нажимай вот эту кнопочку, вот эту вот, вот здесь, ага, вот так вот, так, нажалось, да, замедляются фамилии, и у нас автомобиль получает Аймагамбетов Арман. Мужчина, у нас уже первый мужчина обладатель автомобиля. Ну что, аплодисменты нашему победителю. Я напоминаю, что в этой акции у нас был последний автомобиль, но вообще в Oriflame автомобили, путешествия, подарки, возможности, это все у нас будет еще много, еще до конца года, поэтому приходите, следите за новостями, а мы вас будем с удовольствием ждать. Атырау! Из города Атырау у нас наш очередной победитель, сейчас будем звонить ему наговорить. Ну что ж, а вам удачи и ждем вас в следующих наших акциях с новыми рекрутами. Удачи!